שלנו כל יום שבת שני, שלישי, לא, שני ורביעי. Шини в Так что мы уже начали каждый шаббат и реш. Второй шаббат и четвертый шаббат. А каждый второй и четвертый шаббат. Лавор эдишу лимудим бакила. Мы начали проходить определенные учения в общине. Бишвил ласим эдишу исодот эмуна. Чтобы обновить основы веры. Бишвил ликавен велихазек эх анахну мистаклим алиньяним. Чтобы свериться, как мы смотрим и воспринимаем то, что написано. И членство, вопросы членства, то, что мы начали продвигать в нашей общине. И чтобы дать тем, кто маргишим, что им шейхим в кейла, в ма нахну маминим, как нахну мистаклим, мицапим это олам. Для тех, кто чувствует себя членами, частью этой общины, чтобы понять, кто мы, что мы, куда мы движемся. Примерно два собрания назад мы говорили об обращении к мертвым делам. И мы говорили о том, что эти самые мертвые дела, дела, которые ведут нас к смерти, מעשים שמביאים אותנו למוות, דבר который ведут нас к смерти, זה בעצם חטא. Это грех. וחטא זה לא לגמרי משהו שגרוע לגמרי. И грех это не всегда что-то ужасно выглядящее. אבל זה דבר שאנחנו סוטים מכיוון הישר. Но это означает всегда то, что мы отклоняемся от прямого направления. Дворим тивиим, что есть бетохейну. Это естественные какие-то вещи, которые есть внутри нас. Ве анахну яхулим ливхор. И нам надлежит выбрать. Лев анахну мавиим утам ликивун тов о ликивун ра. Выбрать доброе или выбрать злое. Ледугма, миниют. Например, то, что связано с сексом. Ешь бет коль бен адам иньян мини. И в каждом из каждого из нас какого-то определенного пола. А, ле, миниют, сексуально. ואנחנו חופשיים להדריך את זה לכיוון קדוש, כלומר בתוך משפחה שאנחנו בנישואים מפתחים את הדברים האלה. אם можем эту нашу сексуальность, не побоюсь этого слова, взять в добром направлении, в том, что связано с семьей и развивать это внутри семьи. О, אנחנו יכולים לקחת את זה למקום אחר לגמרי. Но мы с этой нашей вот способностью можем двинуться и совершенно другому. И таким образом просто разрушить и убить наше будущее и нашу душу. О, рацион литкадем. Или желание продвигаться. Если мы продвигаемся посредством молитвы или посредством размышлений, אז אנחנו מתקדמים ויש ברכה בחיים. То мы продвигаемся, мы ощущаем благословение. О, אם אנחנו מביאים את זה לכיוון אחר, אנחנו יכולים להיות אנשים עצבניים, שלטניים, וממש לגרום לכאב לאחרים, וזה בעצם חטא שגורם לנו. Если же мы отклоняемся от этого доброго направления, то мы становимся нервозными, властными и наполняемся всякими такими качествами, которые не ведут нас к добру. И мы уже учились о том, что значит пребывать в свете и что значит пребывать во тьме. Есть люди, которые не понимают вот эти вопросы тьмы и света. Кемашу прат, прати, они немца обе хоших обе ор, килу бетухи о хоших о ор. Воспринимают это таким образом, что это касается моей внутренности. Во мне есть либо свет, либо тьма. אבל למדנו מכתבי קודש, הביטוי הזה משומש לא במשמעות הזה. Но мы учились в Писании, что они говорят не в этом смысле. Есть другой смысл. То, что Бог избрал Израиль.
И там, где он поместил Израиля, там он излил свой свет. Это совсем не означает, что всякий израильтянин, который находится в этом месте, он автоматически открыт для этого света. И мы видим вокруг себя множество людей, которые активно просто отвергают и отрицают этот свет. Но есть потенциал. Но есть область тьмы. В Писании, в Новом Завете, там где говорится об этом, некогда это была область, где слагались народы. Потому что они не знали Бога. И они были удалены от всякой истины. Но Павел, апостол Павел дальше говорит, что благодаря смерти Иешуа Мессии и в воскресение его из мертвых, эта возможность соединиться со светом была дана всем народам. И они также соединяются со всеми обетованиями и благословениями, которые были обещены. И также 2 недели тому назад мы говорили о том, что значит вера в Бога. Мы начали от самого начала, от Адама, у которого просто даже не было нужды в том, чтобы верить, потому что он непосредственно пребывал перед Богом. У него была прямая связь с ним. Но после падения, после потопа, что-то произошло в природе. Бог удалился от человечества. И мы учились тому, как Бог избрал Авраама. ודרכו מתחיל לפתח התגלות על עצמו לבני אדם. И через него стал развивать это откровение о Боге человечества. והבהתחלה זה היו אבותינו. И вначале речь идет об отцах наших. אחר כך זה היה משה. Авраам, Ицхак и Яков. И мы же גדולה של התורה. И великое откровение Торы. ואחר כך נביאים שדיברו בשם אלוהים והסבירו על אלוהים עצמו גם לישראל ודרך ישראל לעמים. И дальше пришла очередь пророков, которые говорили об откровении Божьем внутри Израиля и также через Израиля ко всем народам. וגם אנחנו למדנו שכמו שכתוב באיגרת אל העברים, באחרית הימים דיבר דרך בנו יחידו. И в последние дни, как написано в послании к евреям, Бог говорил через Его единственного Сына. Так что сегодня мы продолжаем вот этот вопрос веры в Бога. Это очень широкая тема. И каждый может понимать немножко по-разному. И у нас есть свобода в этом. ובגלל שאנחנו היום קצת יותר מאוחר נקשיב לפרשת שבוע בבת מצווה של ליאל. Во время бат мицвы Лиэль мы увидим истолкование вот этой недели. והפרשות האלה וישב וניקץ. И эти недельные чтения Ваешев и Никец. הם מדברים קצת על קטע של עם ישראל באיזשהו несибот йодим ле Мицраим. И там говорится о том, что Израиль по определенным причинам должен был спуститься в Египет. Ве атем йодим бен ха хазаль бен ха хахамим ба Исраэль говорим каха. И вы знаете, мудрецы, толкователи Торы, они говорят так. Ше рог ха ор ме Элохим у нимца кан ба арец. Они говорят так, что большая часть света, который Бог уделил Израилю, она находится здесь, в этом земле.
Но когда они спустились в Египет, то с ними какая-то часть, небольшая часть света тоже была. Ло, им хитсу ор шам в Мицраим, шергам ифузар бен аамим. Когда они спустились в Египет, то они искали и там отблески этого света, который тут и там рассеян между народами. Веш давка ле махшива азот тмиха бекитвей кодеш. И у этой мысли, в этом направлении, такого размышления, есть действительно поддержка. Басефер дворим катув. В книге Второзаконие написано. Ватерах шелшим вештайм пасук шмоне. 32 глава песни Моисея, 8 стих там говорится. Шам катув, ше Элухим натан гвулот ле амим. Бог дал пределы народам. Ве унатану там лифи. Миспар бне Израиль. И он дал им в соответствии с числом сынов Израиля. Ве бапаршанут шона эфшар лагия ле махшива. И при истолковании можно прийти к заключению. Ше рова ор ме шамай му немца кан ба эрец Израиль. Согласно с нашими мудрецами, что большая часть этого света, который Бог уделил, она здесь, в Эрец-Исраэле. Но также и гордость его света есть повсюду, во всех народах. И даже если мы прибегаем к различным религиям, אז אנחנו גם שם יכולים לראות איזשהו צעצים, משהו מאלוהים. Мы можем видеть какие-то отдаленные отблески света Божьего тут и там, во всякой религии. ועכשיו כמובן דברים האלה לא נסתרים, אתה יכול לפתוח אינטרנט ולחפש ולעשות גוגל ולמצוא הרבה הרבה מידע. И сейчас можно почерпнуть огромное количество информации. Зайдите в Google, забейте любую религию, любое движение, вы можете найти. Например, то, что связано с первородным грехом. Во многих и многих религиях можно начало этой темы можно найти. Поганими добрым альзербе. И язычники, даже идолопоклонники много говорят на эту тему. И не альшил курбанот. И то, что связано с жертвами. Когда народ Израиля сошел в Египет. Они хочет, чем ламду аль курбанот шамар боютер, мяшерам аю юдим лифней ередали Мицраим. Я думаю, что они научились этой теме о жертвоприношении в Египте гораздо больше, чем то, что они знали, будучи здесь в Эрец-Исраэле. И это может звучать действительно ужасно. А вальшам эцеля овдей лилим эйм акривим эт бне адам. И потому что язычники в каких-то случаях приносили в жертву, в том числе и людей. И потом אנחנו רואים בתנ"ך שלנו סיפור איך אלוהים מצווה לאברהם להקריב את יצחק. И вот мы сталкиваемся с повествованием об Аврааме, которому Бог повелевает принести в жертву своего собственного. Маше доме, район доме. Какой-то близкий вопрос близкий к тому, что было у язычников. Почему я говорю вообще? Они умер, что есть бедатот шанот, эйзишу цаацаим шел ор шел элуим. Я хочу сказать, что в разных религиях есть некие отблески, далекие отблески. Хэмэр, вон не скоро это телефоним, но мы зима фея. Ребята, это хорошо выключить телефоны. Ло, так шаб, бабакаша, давайте не будем отвечать на телефоны сейчас. אם מצלצל אצלכם, תצאו בבקשה ותדברו בחוץ, אולי אתה רופא, אז בבקשה. Если у вас что-то очень срочное, вы не можете выключить, сделайте на перебежание у вас в кармане, и если кто-то позвонил, пожалуйста, выйдите и поговорите. А смотри, Марти, район шел курбанот. И так я уже сказал, что вот эта идея жертвоприношений. זה היה מפותח כרעיון אצל גויים, אצל עובדי אלילים, הרבה יותר חזק מ... בתרבות יהודית. Это было разработано и развито в различных языческих религиях гораздо больше, чем в еврейской традиции. אבל אחר כך אנחנו רואים שה
си шела курбан, за давка кара, это вне Израилем курбан, шел Ишуа Машех. Но дальше мы видим, что совершенная жертва, пик во всей этой темы жертвоприношений, это совершенная жертва, то, что произошло здесь в Израиле, и это, безусловно, связано с жертвой единородного сына Ишуа Мессии. Од район, ше укаям цель гоим, цель овделилим. Еще одна идея, которая также есть место у язычников. Ше элогут, элогут, яхоли йод бетов бне адам. Говорит о том, что божественность может быть внутри человека. Ванахну руим мес Скандинавия от Мизраха Тихон, Вада, Мизраха Рахок, да тот шонот медоброт, аль коль миней элилим, шем меот думим, ваидишу офен Иешуа. И мы можем очень широкую географию взять от Дальнего Востока до Скандинавии, то, что различные религии, связанные с идолопоклонством, они говорят какие-то вещи подобные тому, что реализовалось в Иешуа Мессии. Мы говорим об Один, об Ассирис, об Персе, об Дионис, Адони, Митра, об коль мине ишиот, шем кцат думот ли Иешуа, шем митим векамим летхия. Речь идет о богах, которые некогда были и были умерщвлены, и потом воскресли. Мамаш думает, мой Иешуа. Вновь воскресли, что действительно очень похоже на то, что реализовался Иешуа Мессия. Хилу, бетоха хошек шела, а водат элилим, элогим ая нотен ле анашим, эзуши мин аргашот, ле эмет, ше царих лаагия. Во всем этом можно видеть, что даже во тьме язычников Бог давал некие отблески высшего знания о том, что грядет некогда, что будет реализовано в Израиле. И было в том числе немало вещей, которые были как бы приготовлены вот этими языческими культами, когда апостолы, когда ученики Иешуа шли в народы и благовествовали им, они говорили, это, наверное, об этом говорили такие-то традиции, которые мы исполняли. Или, например, такая вещь, как то, что связано с всемирным потоком. А здесь дебру гам шумерим, гам бававель, парсим, синим, кунам дебру аль бавель, я еще здесь дварим кцат шуме, аль кцат доме. И китайцы, и в Месопотамии, и в разных других регионах есть такие истории, которые связаны с потопом. Они немного отличаются один от другого, но все они утверждают, что было что-то ужасное. Питом кшедиа о бисурами Иешуа магияли анашим, и он умер, и екмо безман ноах анашим итхатну, бану, кану, махру, в питом магия сов, а зе улами улэра та анашим кем мардишим анахну машу хаину бедашу давай. Это были не пустые слова, но слова, говорящие к этим народом, когда Иешуа сказал, что точно так же, как во времена Ноя, во времена потопа, люди женились, жили, обрабатывали землю и все такое прочее, и вдруг пришло вот это вот несчастье, и эти люди, которые из народов слышали эту благую весть, и они понимали, что, наверное, речь идет о тех вещах, которые мы слышали некогда. אבל הנה אנחנו קוראים משה מקבל התגלות משמיים. И вот мы видим, как Моше получает откровение с небес. והמילה מאלוהים למשה זה לא היה דבר ניטרלי. И Божьи слова к Моше это не было что-то нейтрально. אלא משה מקבל מילה וזה כאילו משחיזה עובדת על הסכין. תצ'ילי קמין זה תצ'ילי סקלפל או נוש. И это было подобно тому, как будто Бог затачивает в лице Моше свой нож. И таким образом, как будто бы весь народ Израиля, он приготавливает как некий инструмент для того, чтобы он мог делать операцию посредством него. Вехине, анахну микаблим дерех Моше ве дерех Невиим, милим.
שמשנים את כיוון מחשבותינו. И вот мы видим через Моше переданные слова и через пророков также, которые исправляют образ наших мыслей. ואנחנו מקבלים חיזוק, אולי בלי הרבה הבנה, אבל מקבלים חיזוק, נפש שלנו מקבלת תקווה. И, может быть, не всегда мы во всех подробностях понимаем, о чем идет речь, но мы получаем внутреннее подтверждение, и наша душа получает подкрепление. И множество вопросов, и множество проблем наполняют наш разум, и не всегда, и не на все мелкие вопросы мы можем получить ответ. אבל כשאנחנו לומדים מילים שאלוהים מסר לנו דרך משה, אנחנו מקבלים כן תקווה בפנים. Но когда мы изучаем то, что Бог передал через Моше, через эти его слова мы получаем ободрение и надежду во все сферы нашей жизни. ואנחנו פתאום מקבלים ציפייה בפנים ומוכנים לנס. И вот мы во внутренность свою получаем надежду, и мы готовы к тому, чтобы принять чудо. Есть среди нас много людей, которые не имеют всего понимания, что там написано, но они ожидали нес, ожидали чудо. Они ожидали чудо. Они палилю. И они молились. Эм амру элухим, башем Иешуа, тэн, лето нес. И во имя Иешуа они просили чудо от Бога. Эм киблюэцэ. Они учили. Эм ани бакешим хэм ларым яд, ми кибэр бран нес, мем тарыму яд, ми. Пожалуйста, поднимите руку те, которые искали. А я лахэм нес, пока ехэ. То, что у вас было чудо в вашей жизни. А им кибальтэм кола чугот лё. Получили ли вы все ответы на все ваши вопросы? Нет. А фальмес кибальтэм. Но чудо получили. Ine hadvar Adonai. Так что вот слово Всевышнего. Shulani rak tzat yoter midai moralisti, al moral midaberet yoter midai. Которая говорит, как можно подумать, слишком много о морали. Aval she'anachnu lomdim oto. Но когда мы его изучаем. Mashu kore bifnim. То что-то происходит. Ve'anachnu mukhanim yoter likabel nes ve'shinui b'chayeinu. И мы становимся более восприимчивыми к изменениям нашей жизни, к чудесам и Божьим изменениям. Ve'gam mikablim simcha. Также к тому, чтобы получить Всевышнего. И также очень важно, мы получаем спасение. И вот мы подошли к тому, почему же мы верим в Иешуа. И вы знаете, в качестве израильтян мы верим в Иешуа не только потому, что это дает нам мир. А ты видим, коль Израиль немца по изорше ор, вы партибарте альзе? Я уже говорил о том, что весь Израиль, он находится в этой области света. Вы еще мор мишамаем. И свет, который исходит с небес. И каждый еврей может открыть свое сердце, получить свет с небес. Потому что это обетование тем, кто принадлежит ему. Но мы, тем не менее, принимаем веру в Иешуа Мессию. И для этого мы не должны быть как гои. И для этого нам не нужно становиться язычниками, чтобы принять веру в Иешуа. А ты видим, тергоим за мёд мекубат. Анахну маминим беха Элохейну Иешуа. Элохейну Иешуа. И потому что среди верующих из народов часто можно слышать такое провозглашение: мы верим в тебя, Бог наш Иешуа. Авал Элохут шел Иешуа, анахну ло црехим ликабель бацура. בצורה גוי, יש לנו מספיק בכתבי קודש יהודיים לראות את האלוהות של ישוע בכתובים יהודיים. Но нам нет нужды воспринимать божественность Иешуа так, как эллинское понимание принимает его, потому что наши еврейские писания много говорят о божественности в еврейском смысле. И манахну подхим брешит перек шалош. Если мы открываем третью главу Бытия, и мы видим там слова, такую фразу: «Глаз Всевышнего, ходящий посреди сада». ויש במסורת יהודית ביטוי, נמרת אדוני.
И в еврейской традиции есть такое выражение «мимрат Адонай». Это высказывание Бога. Которое в сущности говорит о божественности. О, катув по Иеремияву. Или в пророке Иеремии написано. В 23 главе 6 стих. Без мано Иуда и Ваша. В его время, в свое время Иуда спасется. В Израиль и Ебатуах. И Израиль будет в благоденствии. В Зейкра Дигляльше Элохим Ябове Шмое Адонай Цидкейно. Это будет благодаря тому, что Бог придет, и Его имя будет Господь праведность наша. Вы знаете, Дубарал Машия. Это говорится о Мессии. Вала статус Шеешалав Адонай Цидкейно. И о его статусе, который на нем положил Всевышний Господь, Господь наша праведность. И также в книге пророка Даниила. Он видит откровение. И он рассказывает видение, что некий по виду Сын Божий, который, Сын Человеческий, который подходит к Всевышнему. И это говорит о божественности Мессии. Или мы читаем притчу. Третьей главе, четвертый стих. Ми ала лешамаем, ми ярад лемата. Там есть такая фраза, кто восходил на небеса и кто спускался. Ми шолет аля коль. Кто властвует над всем. Машмо ве машем бно. И кто, как его имя и как имя его сына. Аль ми ледубарка. О ком здесь говорится? А дворим гдолим меон. Здесь очень большие вещи. И таким еврейским образом мы можем смотреть на Иешуа. И видеть его божественность. И через него обращаться к Богу. И принимать спасение. Я не хочу называть имени, но один очень известный проповедник христианский. Дувер русит. Он говорит по-русски. Не отцо добрит. И при этом из Америки. И дом машве машех шове элуим. И вдруг он вдруг ставит знак равно между Мессией и Богом. Везе ба лингвистика иудит зе ло эмет. И если мы смотрим в еврейском понимании по тому, что говорят Писания, это не так. Кимашиах за Машуа. Потому что Машиах это тот, кто помазан. Миша кибель это что тавкид ласот. Это тот, кто помазан и послан для того, чтобы исполнить некое послание. И в Писании мы видим множество примеров Мессии. Коль мелеха я Машиах. Множество помазанных, например, каждый царь в Израиле был помазан. А еще в Хималав Шемен вою мужчину то тишмор ради Израиля. И потому что на него выливалось, изливалось помазание в виде масла, и он был посвящен для того, чтобы хранить Израиль. Кореш, царе Кире персидском сказано, что он мой мессия, Бог говорит прямая речь Всевышнего. Аз ба биту иуди, Машиах зе ло шаве леэлохим, зе ло тамид царе Кире. Еврейское понимание не ставит знак равно, мессия знак равно Богу. Аваль ше Иешуа ба. Но когда пришел Иешуа, кару ло ха Машиах. Его стали называть Ха-Машиах. Бишбиля шнейтов кидим гдолим. Из-за того, что он имел сразу два высоких два высоких поста. Уая Машуах ки коген ба кигуна шона. Потому что он был помазан особенным помазанием к особенному священству. Уая ме шевет Леви. Он не был из колена Леви. Уая ме шевет Иуда. Он был с колена Иуда. Аваль байгерет аля еврим катув.
Но в послании к евреям написано, что его священство было превыше священства Леви. Подобно по чину Мелхиседека. А потом есть лану Мавгия Коген. Так что у нас есть вдруг ходатай первосвященник. Ше харама шило арбе йотер гвуа микол коханим энушиим шаю эйпам. Уровень священства которого гораздо выше всякого священника, который ходил по земле. Ше алкол коген мешебет леви ая кату ая царих лакрив кодем кол курбан агур ацмо ки айта гамло хульша. Потому что всякий священник из рода Аарона, он прежде должен был приносить жертву за самого себя и проходить очищение, потому что он сам был грешен. Авал Иешуа кам летхия бигдан шел эйшум хет ומוות, וכוח, כל הכוחות של מוות, לא יכולו להחזיק בו. Но Иешуа, он свидетельствует того, что в нем не было греха вообще, он воскрес из мертвых, потому что смерть не могла удержать его, потому что в нем не было греха совершенно. И вторая часть его мессианства, то, что он не был, он был не только первосвященником, но он также был и жертвой, совершенной жертвой. И написано, что раз за разом, и каждый год, и внутри года сыны Израиля должны были приносить и приносить и приносить новые жертвы. И каждая жертва, и может быть она помогала такой-то промежуток времени, или полгода, или год, или сколько-то, или меньше. Но о Иешуа написано, что анахну мугдашим ба курбан היחיד שלו, פעם אחד הוא הקריב את עצמו עבורנו וזה מספיק. Но о Иешуа написано, что одной его жертвы достаточно, чтобы освящать нас. אנחנו גם לומדים. Мы учим также. עליו, שהוא ישלים מה שאדם הראשון לא ישלים. Мы учим также о нем, что он исполнил то, в нем исполнилось то, что не исполнилось в первом человеке Адаме. Адам решен, а я не врал, но рад бешвил лемлох али адамот. Первый Адам был сотворен не только для того, чтобы властвовать над землей. Эле катув ба мизмор шмоне. Но написано в восьмом псалме, ше ху ая не вра кцат. Им кого-то кцат поход мелуим. Что он был сотворен немного по уровню немного ниже, чем сам Бог. Авал ибед это кол, библиотек. Но он потерял всю свою славу. Авал Иешуа катув. Но Иешуа написано. Шелухим сам ото меал хакол и хибер гам шмими гам. Но о Иешуа написано, что все небесное и земное подчинено ему и под его ноги. Нам, как евреям, и не евреям, которые стали Израилем, זה לא בושה, זה כבוד רב להאמין בישוע. Это великая великая слава, великое приобретение, чтобы верить Иешуа, и ни в коем случае не спит. И многие, от многих можно слышать, и многие силы стремятся пристыдить нас и унизить нас в нашей вере. И слова такие, что это языческая вера, то, что вы верите. Я хочу что-то противоположное. Элохим бахар бахем льет решоним бен ам Исраэль, эле шемаминим ба Иешуа. Бог избрал вас для того, чтобы вы были начатком тех израильтян, которые верят действительно в Иешуа. Они хозер. Я еще раз повторю. Шелот ит ба Иешу. Вы не должны стыдиться того, что вы верите в Иешуа Мессию. Ки еш кохот шеминасим ласот эт зе алейну. Потому что есть силы, которые пытаются столкнуть нас с этим. Лифамим хаврей мишпаха шелану. Иногда это члены нашей семьи. Эм омрим, ну ба имет, а так
Они говорят, ну это же не серьезно, что ты? Ты же не гоешь, чтобы верить в эти вещи. Хевре, хаверим! Ребята, друзья, זה הייתה מצווה משמיים. Это было повеление небес. ומשה אמר, и Моше сказал, יבוא מנהיג כמוני. Придет подобный мне лидер, да. И если вы не подчинитесь ему и не послушаете его, то ваше имя будет истерто из народа Израиля. Так что нас избрал Творец мира. Керешоним бетох ам Исраэль. Как начаток в народе Израиля, для того, чтобы обратиться к Богу. Держаться веры в Иешуа Мессию и через него веру в Бога. И распространять эту веру во всем нашем народе. И, наверное, мы не знаем всего. И мы не можем вспомнить и знать все толкования раввинов. Но милостью Всевышнего мы получили ее, чтобы быть начатком. כמו שישוע פעם אמר לפטרוס. Как Иешуа вначале однажды сказал Петру. לא בשר ודם גילו לך, אלא אבינו שבשמיים. Не плоть и кровь тебе открыли это, но Отец мой, который на небесах. Аминь. Авину шебашамаим гила лану эт эмуна в Иешуа. Открыл нам эту веру в Иешуа Мессию. ויש אולי בינינו אנשים. И может быть среди нас есть люди. ולפעמים אני שומע את זה, ולא דואג מזה. Иногда я это слышу, я не сильно переживаю на это. אומרים, אני לא ממש מבין אלוהות של ישוע. И они говорят, я что-то не очень понимаю все вот это, связанное с божественностью Иешуа. אבל אני מאמין שהוא מלך שלי. Но я верю, что он мой царь. חבר'ה, לפטרוס זה נגלה מאלוהים. Ребята, Петру это открылось напрямую от Бога. אז גם לך יגלה יום אחד. И так что тебе однажды это откроется. אבל תמשיך ללמוד את הדבר הזה. Но продолжай изучать. תמשיך ללמוד. Продолжай изучать. Вот מה שקשור לאמונה שלנו, במה אנחנו מאמינים. Еще одна вещь, которая связана с нашей верой. שזה קצת קשה. Это немножко сложно. אבל אני אנסה להסביר. אלוהים אמר לעם ישראל, תהיו קדושים כמו שאני קדוש. Бог сказал народу Израиля, будьте святы, потому что я свят. Кадош – это мувдаль, мурхак. Свят – это значит отделен. Мурхак – мима. А отделен от чего? Мима – мурхак. От чего он отделен? Тагиду ли? Скажите мне. Михет, беседа, мима – от. От греха, хорошо. Вот дахлес, бамазе, мидбар. Ну, о чем это говорится? О чем? А? От греха. Катув, катув, а китвей кодыш, бамизмор решен, катув. Альти шву. В первом псалме написано, что не сидите в собрании разбродителей. Ты отделен от злодеев. Речь не идет о том, что у нас есть особенное зрение, мы скажем, о, злодей, о, хороший. Но часто мы, да, можем знать, что это вот собрание, эти сборища, это ребята не очень хорошие. Просто не иди туда. Наша мораль. На то, что мы должны сказать сами себе и нашим детям. Это правильно, а это неправильно. Ясные вещи есть. Неправильно идти и спать с женщиной, когда ваши отношения не связаны с семьей. Есть хоким, что Элохим нотан лану. Есть законы, которые Бог дал. Тию кдушим, кмо шани кадош. Как я свят. Аз эмуна шелахем. Так что ваша вера. ובחירה שלכם. И ваш выбор. זה מה שיעשה את העבודה. Это то, что должно произвести работу. ואולי אנחנו בעיניים שלנו לא רואים מה קורה פה מסביב. И может быть мы нашими глазами не очень хорошо видим, что происходит. Хазак Элохим.
Но Бог силен. Лакахат это катан шелану. Взять малое наше. Велиштамешли геулат ам Исраэль векола улам. И использовать это для спасения нашего народа Израиля и всего мира. Есть нам такое чего? У нас есть все ответы на вопросы? Ло. Нет. אבל יש לנו תשובה אחד. Но у нас есть один важный ответ. Ишуа. Ишуа. ואחריו אנחנו הולכים. И мы следуем вслед за ним. ואלוהים יעזור לנו. И Бог нам поможет. וזה אני רוצה לסיים. Этим я хочу закончить. רוצה להתפלל. Хочу молиться. אבינו שבשמיים. Отец наш, который в небесах. אני מתפלל שבאופן על טבעי. Я молюсь о том, чтобы ты אתה תגלה את אמת על ישוע לכל אחד בעם ישראל. Ты открыл истину о Иешуа всякому, кто живет в Америке. Мы не секта, и мы открыты для всякого, кто живет. И наше желание быть светом. И мы понимаем также при этом, что мы слабы. Так что, как написано в Священном Писании, возьми нашу слабость и обрати ее в силу. חולשה של אליהו הנביא. Ты взял некогда слабость пророка Илияу. ועשית את זה לכוח. И ты обратил это в силу. אתה לקחת חולשה של מלך דוד. Ты взял слабость царя Давида. ועשית אותו לחזק. И ты сделал его сильнейшим царем Израиля. אתה לקחת את החולשה וטיפשות של 12 שליחים, שהם היו ממש אנשים פשוטים. И ты взял слабость и простоту 12 апостолов, учеников Иешуа. Они были совершенно простые люди, рыбаки, самые низкие сословия. И через них ты открыл истину всему миру. Мы благодарим тебя, что ты даешь нам жизнь. И мы благодарим тебя за то, что ты избрал нас. Верить в Иешуа Мессию. Скажите аминь.